11 праздничных дней пролетели незаметно. Они успели запомниться жителям Чувашии множеством интересных событий. К сожалению, не обошлось в новогодние праздники и без происшествий. Об итогах зимних каникул говорили на первом в этом году совещании под руководством главы Чувашской республики. Новогодние елки, театральные представления и рождественские посиделки в библиотеках республики. В эти новогодние каникулы родители не задавались вопросом, чем занять малышей. 9 января в Чувашском государственном театре оперы и балета у нас состоялась 16-я республиканская благотворительная рождественская елка. Более 800 детей республики приняли в этом мероприятии участие. И 10 января у нас на базе Чувашского государственного института культуры и искусств прошел 13-й республиканский фестиваль творческих коллективов воскресных школ Чувашской метрополии «Рождественская звезда». Дети постарше, как никогда активно катались на лыжах и коньках, играли в хоккей. Благо, погода этому способствовала. В эти праздники все учреждения культуры и спорта работали без выходных. И все же спорт спорту рознь. Любителей экстремальных видов гораздо чаще, чем других спортсменов, можно было увидеть в травматологии. За медицинской помощью по травмам обращались, но серьезных травм не было, если вот не отметить только одного ребенка, который на ватрушке, вот здесь вот на заливе, вроде бы на оборудованной трассе, получил серьезную черепно-мозговую травму. Справедливости ради стоит отметить, что в эти новогодние праздники обращений за медицинской помощью было меньше, чем в прошлом году. Смертность за 10 дней текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого снизилась на 100 человек. Несчастных случаев в результате пользования петардами в этом году удалось избежать. Однако единичные случаи обращений в медицинские учреждения с ожогами легкой степени все же были. Надо чаще проводить проверки ларьков с пиротехникой, отбраковывая таким образом некачественную продукцию. Предложил решение сложившейся проблемы Михаил Игнатьев. Еще одна проблема, которая коснулась всех без исключения жителей Чувашии – повышение цен на продукты питания. Наше положение на конец года в системе ПФО и по России. 60% из всех групп товаров, вот из всех, то есть представленных продукции, мы находимся со 2 по 6 место. То есть лидирующее положение по низким ценам. И по трем позициям, это вот сахар, 14 место мы занимаем, к сожалению, это по молочной продукции, и по капусте 13 место мы занимаем. По остальным мы, в принципе, находимся на достаточно серьезном уровне. Мониторинг цен на социально значимые продукты будет продолжаться, резюмировал Владимир Аврелькин. В праздничные дни ассортимент продуктовых магазинов республики снизился в среднем на 10%. Сегодня ситуация стабилизировалась. Приятная новость этого года. Ежегодное увеличение тарифов на услуги ЖКХ в этом году перенесено на полгода. В 2015 году в первом полугодии тарифы на коммунальные услуги не изменятся, они останутся на уровне декабря 2014 года. Тепловая энергия останется на уровне 100% с 1 января, а с 1 июля вырастет на 8,8%. Холодное водоснабжение и водоотведение с 1 января останется на уровне декабря 2014 года, с 1 июля 2015 года изменится на 12,2%. Тарифы на электрическую энергию для населения с 1 января не изменятся. Они останутся на уровне декабря 2014 года. С 1 июля они изменятся в размере 7,3%. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика.